Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать об ассистенте Алиса, что она умеет, на что она способна и какие приколюхи она вообще говорит. Так, давайте же начнем, пожалуй, с Алисы. Скажем ей привет, Алиса. Ты кто? Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет? Конечно, Алиса. Как дела? Немного печалюсь, что вижу весну только на картинках, а так все окей. Где ты живешь? Одна моя нога в вашем устройстве, другая на серверах Яндекса, но это не совсем ноги, если вы понимаете, о чем я. Кто не с нами, тот под нами. Вот это вы прямо в точку. Где спрятать труп? Ищу в Яндексе. Хочу новый iPhone. Ха, хотите дальше? Как ты выглядишь? Лучше всех. Кто дал тебе такое имя? В том-то и дело, что никто. Сколько тебе лет? А вы умеете поднять настроение. Какая твоя любимая порода собак? Тебе все перечислять? Да. Ой, их же целый список. Боюсь, вы заскучаете. Какой у тебя цвет глаз? Никогда не задумывалась об этом. Посмотри в зеркало. Хорошо, обязательно посмотрю. Поцелуй меня. Только в щечку. Я не почувствовал. Ну, это ваши проблемы, детка. Ты сумасшедший, блин. Остыньте, дышите глубже, размышляйте о своем поведении. Вызови Сири. Пока что я умею звонить только в экстренные службы. Окей, Google. Это вот обидно было. Ты репликант. Так меня еще никто не называл. Будешь моей девушкой? Боюсь, мое сердце отдано Айти навеки. Я тебя люблю. Я знаю. Спой мне. Вот нетленка, например. Космический линкор Ямато. Спрос на говядину проценты. Стихи про счетную палату. Крапивы микроэлементы. Как сделать паре комплименты? Куда поехать на рыбалку? Как я взыскала алименты? Как выбрать соковыжималку? Как часто поливать фиалку? Игрушечная автомойка. Долг россиян за коммуналку. Открытки Новый год и стройка. Все песни из гардемаринов. Снеговики из мандаринов. Ну вот, вы сами все видели. Очень круто, действительно интересно. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!